зимовке хорошо вот такие дони использовать с увеличенным подрамочным пространством, без литков. Ну, можно литочек сделать, вот в данном литочек кругленький сделан, можно без литка, поскольку на зиму, я считаю, нижние литки лучше, когда закрыты. Вот. Ну, расстояние около 7 сантиметров, 70 миллиметров. Вот ставится сюда семья перед зимовкой. Но эти вот дони хорошо на улице, все равно желательно между таким дном и корпусом еще что-то ставить, или магазин, или корпус. А вот при уборке в зимовник можно их очень хорошо использовать. Вот, поскольку подрамочное увеличенное пространство улучшает зимовку, качество зимовку улучшает, поскольку отдаляет, если влага есть на дне, клуб от этого дна увеличенное пространство подрамочное отдаляет.